Как запомнить телефонные номера? Скажите честно, вы помните телефонные номера своих самых близких друзей или родственников, а свой мобильный номер? Некоторые из моих друзей даже не помнят свой домашний городской номер. Мобильные телефоны абсолютно разбаловали нашу память, а огромное количество всевозможных программ для напоминаний окончательно добивают ее. Конечно, с таким огромным потоком информации трудно справиться без вспомогательных средств. Но мы настолько разленились, что иногда не можем вспомнить даже номер нашего домашнего телефона. Для того, чтобы запомнить имя нового знакомого, психологи советуют не стесняться переспрашивать и в течение разговора стараться как можно чаще называть собеседника по имени. А что делать для того, чтобы довольно быстро запомнить телефоны номера важных для вас людей? Решение довольно простое и потребует не так много времени, как различные специальные методики. Все, что нужно сделать, это стереть имена своих близких и оставить просто номера телефонов. В итоге, когда вам будет звонить кто-то из них, вместо имени на экране телефона вы будете видеть только номер. Через некоторое время номер отпечатается в вашей памяти, и вы сможете представить его визуально. Так что если вы собрались с компанией на отдых, очень рекомендую хотя бы за месяц до поездки стереть их имена и оставить только номера телефонов. И если вы потеряетесь, а батарейка в вашем телефоне сядет, или вы забудете его в номере отеля или у друга в сумке, вы сможете по памяти набрать их номер. А не будете стоять и хлопать глазами, глядя на мобильный телефон доброго прохожего, который решил вам помочь. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!